В городе Армянск сотрудники крымской таможни пресекли незаконный вывоз партии украшений и наличных денежных средств на территорию Украины. Во время таможенного контроля у гражданина России обнаружили незадекларированные кольца, подвески и цепочки. Предположительно, все украшения выполнены из серебра и разнообразных камней. Общий вес изделий превысил 500 граммов. Ювелирные украшения у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Кроме них, при себе мужчина имел 10 тысяч долларов США, 17 тысяч рублей и больше 1 тысячи гривен. Часть суммы также была изъята таможенниками из-за превышения установленного ограничения. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.